Сегодня в Карачаево-Черкесии прошло несколько мероприятий с участием представителей сферы образования из Владикавказа. Их приезд стал ответным шагом на ноябрьский визит школьников из Черкесска в Северо-Остинские образовательные учреждения. За некоторыми мероприятиями наблюдал наш корреспондент Артур Мхце. По одну и вторую сторону это наши герои Советского Союза, Российской Федерации, которые получили это самое достойное звание в период Великой Отечественной войны. Представитель городского поста номер один знакомит молодых людей с мемориальными сооружениями Парка Победы. Приезд в Черкесск гостей из Владикавказа стал ответным шагом на ноябрьский визит школьников из регионального центра в столицу Северной Осетии. Давно дружим с Владикавказом, с школами, образовательными организациями города Владикавказска в рамках образовательного процесса проекта «Мост дружбы». В рамках нашего визита в город Владикавказ мы подписали соглашение между образовательными организациями города Черкесска и города Владикавказа, и с этих пор мы дружим. Для гостей Северной Осетии приезд к нам – это хорошая возможность ближе познакомиться с достопримечательностями столицы Карачаево-Черкесии, подружиться со сверстниками. На Аллее Славы школьники и педагоги из Черкесска и Владикавказа отдали дань уважения защитникам Родины, погибшим в годы Великой Отечественной войны. В прошлом году к нам приезжали ребята, и мы их тепло встретили, все прошло отлично. И мы приехали к ним с ответным визитом. Все очень понравилось, встретили нас довольно тепло, и на самом деле нас, наверное, так тепло нигде не встречали, как тут. После возложения цветов и ознакомительной экскурсии по Парку Победы гости из Владикавказа отправились в 19-ю гимназию Черкесска, чтобы принять участие в высадке молодых деревьев сада памяти. Здесь их уже дожидались, в том числе ребята, которые в ноябре приезжали в Северо-Остинскую столицу. Сначала мы заехали в одну из школ Владикавказа, где мы познакомились с учениками 9, 7 и 8 классов. Вместе с ними мы ездили в планетарий, мы также зашли в кино, а после у нас была вечерняя прогулка по парку. Чуть позже гости из Владикавказа приняли участие в различных образовательных и патриотических проектах, которые реализуются на территории региональной столицы. Артур Мхце, Мухаммед Ашибоков, Вести, Карачаево-Черкесия.